описание будет рассчитано, скорее всего, на вашу эрудицию. Поэтому смотрите, вот, допустим, берем слово США, да? Да, то есть, когда вы видите какую-то аббревиатуру, да, вы от чего пляшете? Что там три каких-то слова. Вот здесь тоже, скорее всего, да? Три каких-то слова. У вас гостиница такой же. Теперь же место какое записано? Как это называется? Гостиница. Да. Значит, что там вообще можно получить от тех людей, которые там работают? Воздух, еда. Кровать. Туалет, ванна. Breakfast. Кровать, ванна и завтрак. И туалет.